Prvo bih htio pozdraviti komandu Lokomotive s pobjedaj. Sivodnja, u principu, u nas je gdje blok rabotal, na kakvom uronje si, Sivodnja sovsem najtam elemente ne igrali, možem skazati, ne igrali karašo. Mučili v ataki osobino do igrovke i na negativnom prijome, tak što praktički igrajem bez trenirovak, što želaće da nam nada igrać. Može biti što samo je važno, što prajduće ti igri bez kakve seriozne travke. Pošto u nas praktički za 12 dnje budet 6 igri, tak što bez trenirovak, tak što očinom se će žalo. Ну, это не может быть никакой олимпии, а доиграть. Готовы биться и побеждать. Вот. Поэтому здесь девчонки молодцы в том плане, что не дрогнули, потому что «Динамо», которая занимает первую позицию, играть. И, в принципе, то, что у нас получилось сегодня, я хотел бы, чтобы у нас сохранилось это, и начали мы с первых мячей это продолжать и завтра, и бороться в этом направлении. Вот. Поэтому здесь завтра нам предстоит матч. Сейчас надо где-то отдохнуть, передохнуть, аналитику провести и работать дальше. Попробуйте на сборе!